Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин TuCamp, видеообзор кресла складного от компании Patriot на лодку ПВХ с поворотным механизмом. Кресло у нас на металлическом стальном каркасе, труба 22-я, вот. Спинка у нас фиксируется в открытом положении в упор. Здесь у нас кожзам, который легко моется, не боится влаги. Итак, кресло у нас достаточно простое. Вот по размерам оно у нас идет в сложном состоянии 53. На 41 сантиметр. И максимальная высота у нас 17 сантиметров вместе с основанием. Про основание, в принципе, сейчас мы и расскажем, так как это особенность этого кресла. Вот. Схема, система крепления, она, в принципе, достаточно всем известная. Вот. Есть непосредственно сама основа, которая прикручивается на, допустим, банку, на сиденье, в катер, в лодку, куда вам это потребуется. Вот. И есть основа, которая у нас прикручивается к самому креслу. Здесь у нас, как видите, есть 8 делений, то есть при необходимости кресло можно потянув вот за это кольцо. Итак, для установки нам требуется прикрутить основу к сиденью, и потом кресло мы спокойно заводим и до щелчка. Все. Кресло у нас зафиксировано жестко в одном положении. Ну, при необходимости, как я и говорил, при помощи этого кольца мы спокойно можем повернуть кресло в 8 разных положениях. Итак, с размера основы у нас получается следующее. 17 на 17 это нижняя основа, и основа, которая прикручивается к креслу, 21 на 18 сантиметров. Общая высота 4 сантиметра. При необходимости у нас на сайте вы можете купить также вот такую дополнительную основу, установить ее в необходимом вам месте в лодке и спокойно переставлять кресло с одного места на другое, где вам это необходимо. Либо, если у вас не одна лодка, соответственно, вам не нужно несколько кресел, а одно и то же кресло вы поставите в том месте, которое вам необходимо в данной ситуации. Итак, ссылочку на само кресло, на отдельное дополнительное основание и непосредственно на само основание, вот, вы можете найти в конце видео, либо в описании. Вот, оставить заявку у нас на сайте. Понравилось кресло? Не забывайте ставить лайки, оставлять ваши комментарии. Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.